Алла Пугачева в минувшие выходные отметила с детьми День города. По случаю праздника она провела сыну Гарри и дочке Лизе экскурсию по Красной площади. Во время прогулки народную артистку снова сопровождал Игорь Гуляев. После возвращения Примадонну постоянно видит в компании дизайнера. Похоже, что друг семьи метит на место мужа Аллы Борисовны, который остался за границей и не собирается возвращаться обратно. Гуляев уже получил доступ не только к близкому общению с Пугачевой, но к участию в жизни ее детей. Говорят, что он наладил прекрасные отношения с двойняшками. Уже известно, что супруг Пугачевой в ближайшее время не собирается приезжать домой, а это значит, что предстоящий день рождения своих детей он пропустит. Праздник по случаю 9-летия Лизы и Гарри, запланированный на ближайшие выходные, пройдет без особого размаха. Пугачева готовит для именинников домашнюю вечеринку. Очевидно, что Гуляев одним из первых получит приглашение на семейное торжество. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!